Даниил начал кататься на коньках в 4 года. К 11 его медальная копилка насчитывает уже больше 20 наград, в основном золотые. Мальчик – чемпион области. До кандидата в мастера спорта Даниилу Герасимову осталось сделать всего лишь один прыжок – выиграть первенство России. Спортсмен уверен, это ему по силам. А пока фигурист на областном турнире катает короткую программу. Победив здесь, попадет в сборную региона. Тогда впереди замаячат первенство Поволжья и страны. А там и мечта может сбыться. В детстве мне очень нравилось, когда катались на льду именно фигуристы. Просто хоккеисты, там командная работа, а тут ты сам за себя. И тут конкуренция уже такая больше. И чтобы тут добраться до какого-то финала, например, до России, там нужно очень много пройти и очень много заниматься. Первенство Самарской области по фигурному катанию «Звездный лед» – это просмотр талантов со всего региона. За место в сборной сражаются почти сотни мальчишек и девчонок в возрасте от 10 до 15 лет из Самары и Тольятти. Чтобы поехать на первенство Поволжья и России, им нужно на отлично откатать две программы – произвольную и короткую, то есть выполнить безукоризненно необходимые прыжки и вращения. Для того, чтобы был чемпион России, очень много должно сложиться. Не только это тренерский момент и спортсмена момент. Это, конечно, есть доля и удачи. Конечно, и финансовые вложения, и родителей, и помощь. Там Министерство спорта, когда там детей посылают на соревнования. То есть это все должно быть в совокупе. Поэтому, конечно, мы работаем на этом. Конечно, мы верим, что из наших спортсменов будет получаться конкурентоспособные спортсмены. Рассматривают фигуристов на областном первенстве очень пристально. В жюри – судьи всероссийской и международной категорий. Руководство региональной федерации гарантировало объективное выставление оценок юным спортсменам. Радует то, что уровень катания детей значительно вырос. Значительно. Если мы у спортсменов 10 и 9-летнего никогда не предполагали, что они могут, опробовать и исполнять уже на соревнованиях тройные прыжки, то сегодня мы видим, и, как правило, это представители города Тольятти. Первенство Поволжья пройдут в Тюмени для младшей команды и в Кирове для старшей в одиночном катании. А в Сызрани разыграют Кубок России по синхронному катанию. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События.